Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня в видео покажу дизайны в технике по мокрому. Материалы буду использовать торговой марки Эгоиста. Серия B – это основа для растекания, а серия А – непосредственно сами гель-лаки, которые растекаются. Под основу взяла три цвета. Их можно использовать и как самостоятельные цвета, и как основу под растекание. И серия А – очень нежный персиковый цвет. Розовый и ярко-розовый. Номер А34 красный с мелким шиммером. И синий. На ноготке уже нанесен слой белого гель-лака. Теперь наношу основу для растекания. Кстати, очень плотный гель-лак. И не просушивая, создаю дизайн. Рисую пион. Даю растечься. Решила добавить листик. Остается дорисовать стебель. И решила прорисовать тем же цветом, которым делала пион, по центру каждый лепесток. Просто провожу линии. На ноготке фон выполнен фиолетовым. Наношу белую основу для растекания. Рисую пион. Даю время растечься. И смотрите, получается, окантовка у лепестков фиолетовой становится. Очень красиво и необычно. Более ярким рисую стебелек и прорисовываю лепестки. Покрываю дизайн топом без липкого слоя. И можно украсить цветок прорисовкой белой гель-краской без липкого слоя. Теперь на желтый гель-лак наношу розовую основу для растекания. Рисую орхидею. Два передних лепестка светлым оттенком. Задние лепестки более темным. Штрихами немного заполняю цветом лепестки. Получаются прожилки. Эта основа очень прикольно отошла с краев ноготка, получилась желтая рамка. Ну и у лепестков желтая кайма образовалась, тоже очень красиво. Перекрыла дизайн топом. И белой гель-краской без липкого слоя прорисовываю цветок. На ноготке белый гель-лак перекрываю голубой основой для растекания. Рисую пион. Три лепестка смотрят вниз и три вверх. Добавлю ярко-розовые усики. Даю время растечься. Также края лепестков кое-где при растекании становятся беленькими. Синим прорисовываю лепестки. И рисую стебель. Перекрыла топом, прорисовываю белой гель-краской без липкого слоя.
На ноготке черный гель-лак. Наношу основу для растекания на часть ноготка там, где будет у меня цветок. Красным гель-лаком с блестками рисую трафаретную розу. Перекрыла дизайн уже топом и белой гель-краской без липкого слоя украшу дизайн вензелями. Ссылки оставлю в описании. Ну а если вам было со мной интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Если есть вопросы, жду их в комментариях. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Всего доброго, хорошего дня!